Сегодня я играю, ребята, роль туриста, приехавшего к нам на Белое море половить рыбу, у которого просто и кеды, и сапоги еще бродни. Вышел я на Белое море. У меня две сетки тут с собой. Одна финка сороковка и китайка сороковка. Сейчас вот поставлю здесь на колы и посмотрим, что поймаем. Реально туристу с поезда взять вот так приехать и наловить рыбы без лодки. О! На этой досочке можно остановиться, переодеть болотоходы. И вот здесь сейчас поставлю на колы сетки. Ножика у меня нету. Выломаю так ветки сейчас. Как видите, тут вон этих колов полным-полно, берега зарастают, так что никакого урона природе мы тут с вами не принесем. Все, вырубил колы, сейчас пойдем поставим. Вон получился один порядок, финка 30 метров, и там китайка метров 40. Как ставил сетку, показывать не стал вам, потому что штормяра такой был, что ого-го. Камеру заливало постоянно. Ну все, придем посмотрим завтра. Пошел я ночевать туда, где под роликом ссылка. Проснулся, ребята, быстрее сетки проверять. Проснулся по ссылке в описании под роликом, там. Ух, море все в белых барашках. Переоделся, короче. Пойдемте проверять, снимать. Попала рыба, сейчас покажу. Сейчас в корзинку переложил рыбу. Вот получилось. В корзинку убрал рыбку. Ну, сковородка будет. Нам много же не надо, мы же не браконьеры с вами. Нам 50 метров положено сеток. Все, пойдем ту снимем, которая там вот стоит. Пойду сейчас китайку проверять, следующую. Есть и в этой рыба покамесь. Хотя я на нее кольца не ставил вчера. О,
полная рыба, короче. Налага рыба. Сейчас камбала толстая уже, жирная. Волоком вытащил на берег ее. Все, ребят, надо бежать на вокзал. Вот такой пакетик получился. Килограмм на 6, на 7. Эх, сейчас порвутся ручки, наверное. Вот получилась корзинка камбалы и пакет камбалы. Так что, ребят, короче, где я ночевал, спускайтесь под ролик. Будет под роликом ссылка в описании под роликом. Там переходите на сайт Море реки Кем. И звоните, договаривайтесь. В поезд не знаю, пустят с вениками, не пустят.